ребят в Hold Production обеспечили действительно комфортные условия съемки. Мы сделали то, что должны были сделать. Хорошие, достойные ролики. Вы действительно старались, находили какой-то реквизит. Когда есть выбор там из 5 вариантов, это хорошо. Когда выбор из 10, в разы легче. Я рекомендую. Типа задач, съемка, предметная съемка и видеосъемка. Действительно непростая задача, потому что нужно было найти помещение и продумать процесс съемки и сценарий съемки, но мы с этим справились. Съемочный процесс проходил на самом деле комфортно, потому что я работал с несколькими подрядчиками, не так много, но тем не менее их было несколько. От ребят Hold Production не предоставили, а обеспечили действительно комфортные условия съемки. Комфортные условия — это значит взаимодействие, общение. Если нужно помолчать, ребята молчали. То есть никто не лез там на рожон или там не пытался задавить своим авторитетом или нет, нужно сделать так. То есть это было действительно открытое общение, и в результате мы сделали то, что должны были сделать. Хорошие, достойные ролики. Превзойти ожидания на самом деле тяжело, потому что ожидания — это какой-то высший эверест. Да, превзойти их действительно тяжело, но есть какие-то моменты, которые удивили. Допустим, работа с реквизитом. Да? Вы действительно старались, находили какой-то реквизит, о котором я даже не просил. Или не то чтобы не просил, а не предполагал, что он мог бы быть. То есть, поскольку он есть, тогда не грех им воспользоваться. Это действительно помогало в процессе. Когда есть выбор там из 5 вариантов, это хорошо. Когда выбор из 10, в разы легче. Действительно, 21 век — это век рекомендаций. Я рекомендую.